Всем привет, ребята, с вами снова я, Хик, и в сегодняшнем видеоролике у нас что-то реально интересное, что-то реально годное для GTA San Andreas вышло спустя 15 лет. Серьезно, я таких модификаций очень давно не видел, и чертовски ждал, когда же наконец-таки автор данного скрипта мода выпустит его в релиз для всеобщего доступа. Наконец-то это произошло, пацаны, и я записываю для вас этот крутой видеоролик с крутым модом, который, блин, просто изменит всю вашу линейную сюжетную линию в GTA San Andreas. Ваше прохождение, он просто добавит чуть-чуть, капельку своей какой-то нотки хаоса, так назовем это. Но перед этим, ребят, разумеется, если ты играешь самчик, дорогой друг, не проходи мимо, заходи ко мне на резонный ролеплей Red Rock, вводи мой ник при регистрации Дэнни Хик, а при 6-м левле вводи мой промокод, который сейчас видишь у себя на экране, и все будет чики-пуки. Играй в самчик вместе со мной, ссылочки есть в описании, IP-адрес там же. А мы с вами начинаем это безумие, ребята! Так, ну все, ребят, я поставил мод. Видим, наверху у нас такая полосочка, как раз таки это называется кулдаун. Через сколько времени, я поставил кулдаун 20 секунд, то есть через каждые 20 секунд у нас будет появляться рандомный чит-код. Он как может повлиять на положительные эмоции, так и на отрицательные, разумеется, для самого Карла Джонсона. В общем, я уже готов начать. Так, все, полосочка прошла, ребята, начать игру, Лос-Сантос, гоу. Это очень интересный мод, это очень захватывающий мод, и с таким модом очень интересно проходить GTA. Так, я не знаю, что сейчас будет через... Сколько это секунд? 5 секунд, и что-то появится, ребята, какой-то эффект. Непонятно какой, но я пока буду просто выполнять миссию. Оу! X4 Game Speed. То есть, какое-то время это будет продолжаться. Как видим, таймеры идут эти все. Наверху полосочка, которая через 20 секунд даст мне новый какой-то эффект. Это вообще нереально, пацаны. Я добавил еще хардкор мод, который добавляет просто все. Есть несколько режимов. Так, Элвисы повсюду. Мод. Найс. Так, Биг Смока сцена, пропускаем нафиг. Я пытаюсь пройти первую миссию, ребята. Это дико жестко. X4, Game Speed и Элвисы повсюду включились щиты. Неплохо, неплохо, ладно. В принципе, еще с этим можно справиться. НОУ! Ну вы поняли. Меня убили сразу же. Так, пока X4 действует, я думаю, нужно нам добежать хотя бы до миссии. Потому что это дичь. Так, Spawn Oceans. Чё, это что-то с океаном связано? Spawn Oceans, Oceanics, Oceans. Да, о, Teleport Home, спасибо за такой прекрасный чит. Кулдаун 20 секунд, я думаю, это слишком быстро. Там есть несколько режимов, наконец-то, все, X4 прошел. Меня телепортировали домой. Да, есть и такой эффект, так сказать. Пожалуй, поменяю тачку. Я не знаю, получится ли у меня вообще пройти первую миссию. Отлично. Спасибо, игра. 0.25 x speed. Замедление, пацаны. Ау, щит. Оно будет очень долго. И через 5 секунд появится новый эффект. Разумеется, это все можно фиксить. То есть можно кулдаун поставить побольше. 5 минут, 1 минута, 10 минут и так далее. О, спасибо за скоростную тачку. О, боже. Вот. Есть несколько режимов, разумеется, этой игры. Есть Everyone, то есть это все чит-коды, которые есть в игре, все эффекты, которые можно использовать в этой программе. Можно настроить несколько вообще этих режимов. То есть по виду хардкорности. Это самый хардкорный. Ноу! Куда меня телепортировало? В карьер, нет! О боже! И как я теперь должен здесь выживать? То есть мне нужно выполнить первую миссию, понимаете? А меня телепортировало в карьер. Эти функции, конечно же, можно убрать. То есть галочки убрать, и эти читы не будут происходить с вами. Но вот, как мне, во-первых, как мне отсюда выбраться, во-вторых, это жестко. В-третьих, что, блин, делать дальше? Так, ребят, в этот раз я убрал телепорты, потому что с ними практически невозможно, блин, пройти. Потому что если тебя телепортируют куда-нибудь, забейте. Вы там останетесь на всю жизнь, тем более, если в начале игры это происходит. Загружаться, разумеется, нельзя. С этим модом можно начать только новую игру. И потом, ну, как полагается. Так, кулдаун я поставил 30 секунд, не 20 секунд. Погнали. Сейчас что-то появится, какой-то эффект. Дубль 2, как говорится. Потому что, ну, на ошибках учится. Телепорт это не мое. Так, weapon set. О! Это здорово! Потому что мне дали первый уровень оружия. Это здорово, это полезная штука. Хам. Ноу. То, у меня есть пушки, найс. Погнали. Уф, сколько там? 200 ракетниц. God damn it. Weapon set number one. Окей. Погнали. Big smoke, big smoke.
Удастся мне пройти вообще первую миссию или нет? Ребята, вот в чем вопрос. Столетие. О, это буря. Погода бурю мне дали. Ну, нормально, нормально. Я вам скажу, что это очень даже хорошо, потому что такие эффекты на самом деле не заставляют тебя бомбить. Все хорошо. Я сразу с ними расплавлюсь. Вот так вот это сделаю. Возьму какую-нибудь тачку. Опять же, я играю самым хардкорным модом. Только убрал телепорты. Потому что это дичь. Телепорты телепортируют за 3-9 земель и все. Оу! Телепорт хоум. Спасибо, игра. Сразу телепортировала меня. Единственный телепорт, который я оставил, это телепорт на Grove Street, родной. И вот, оказывается, сработал. Но, блин, это слишком произошло быстро. Я-то думал, как-нибудь мне это поможет. Я телепортнусь, по крайней мере, когда райдера вот до сюда дотолкаю. Но нет, видите, появился именно сейчас. Ладненько, возвращаемся. И посмотрим, что же будет сейчас, какой эффект. Ну, пока такие пассивные эффекты, которые не на время даются. Так. Inside Howling. То есть это... Ну, такое, типа, идеальное управление, что ли. Когда вот тачка резко у вас поворачивает. Не самое неприятное, так скажу вам. С этим еще можно играть, с этим можно жить. У меня ровно есть 30 секунд, чтобы это все пережить. Разумеется, как видим, эффекты пропадают спустя какое-то время. Не знаю, какое, но, наверное, минуту. Минуту каждый эффект пропадает, который появлялся. То есть, как говорит вот этот weapon set, он уже прошел. И скоро, наверное, пройдет и... Понятно. У всех машин пробиты колеса. Дали мне эффект. Спасибо. Так, толкаем свита. Я еще миссию первую не прошел. Это жестко, пацаны. Ссылочка на мод будет в описании. Я считаю, что это заслуживает много лайков просто на этом видосике. И распространяйте его где только хотите. Потому что это новый уровень прохождения GTA San Andreas. Я безумно счастлив, что... Вот я нашел этот мод. Так, Лера, актив эффект. Так, очистить активные эффекты. Угу, понял. Все активные эффекты сейчас у нас пропали. Хорошо. Хорошо. Ладно, так. Тачку бы поменять на самом деле. А чё, почему нет? Ну-ка, сейчас проверим. Сейчас хотя все очищено. Все заблокировано пока. Да, видите? То есть я могу спокойно сейчас пользоваться, потому что... Спасибо читу этому моду, который отключил, очистил все активные эффекты. Thank you very much, как говорится. Погнали. Первая миссия. Хардкор. Так. Relight автосейв. О, мне сохранили жизнь. То есть, мне сейчас произошел автосейв. Если вдруг я умру или начну новую игру, я появлюсь типа отсюда. Типа так это, по-моему, работает, если я не ошибаюсь. Вот, автосейв сработал. Тут, по сути, сейвиться вообще нельзя. Никак, совершенно. И если вот сработает автосейв, то вы появляетесь именно вот на этом месте. Вот. А так сейвиться нельзя, и загружать игры тоже нельзя. То есть максимум тут что можно начать, так это... О, ниндзя тема, вау! На улицах якудза, с катанами, ходят по всему, а я просто выполняю миссию. Ну, я, разумеется, ездит на... А, кстати, стоп! Эй, дружище. Ноу! No! А, ладно, насрать на свита. Сори, 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 мэн, сори. О-оу, ноу, don't touch me, окей. Ниндзя тема, пацаны. Все, я прошел первую миссию. Да ладно. Ой, а что это такое? Так, реактив анимоу. 9 миллиметров. Типа прокачанные скиллы, что ли, на 9 миллиметров? И до сих пор эта буря в пустыне продолжается. Е, пацаны, автосейв комплит. После каждой миссии срабатывает автосейв комплит, вне зависимости от вашего... эффекта получается. Е, первая миссия пройдена, поздравьте меня, это было здорово, черт побери. Так, go next. Next mission. О, спавн Ромеро. Это что, намек, что я сейчас сдохну или что? В смысле, Ромеро заспавнили, спасибо, ребята. Так, идем дальше. Мистер Райдер. Так, взрываем тачку, разумеется, по канону. Окей. Go next. Погнали, спавн Ромеро. Блин, это очень крутой мод, ребята. Я надеюсь, что вы поставите много лайков под этим видеороликом, потому что это здорово. Это годный, не то чтобы слив, каждый мог бы его найти на самом деле, но... То, что я вам пред... А, черные машины, да? А, ну да, черные машины. Тема ниндзя еще не закончена, она сейчас скоро закончится. Отлично. У тебя должен быть так, ага. Отлично. Гоу, поменяем быстренько. Хайер свой. Свой хайер.
На афро хочу. Раз сегодня мем такой, погнали афро. Окей, спасибо. No driving skill? Окей. И что это значит? Типа я сейчас не смогу на тачках ездить или что? Его просто понизили до минимума, походу. No driving skill. То есть вы знаете, что его нужно прокачивать каждый раз? Погнали. Это мне пока ничего не мешает. Все нормально. Какая-то проституция на улицах. Не знаю, пока никакого дискомфорта почти не ощущаю. Понятно. Driving skill. Тачка чуть ли не летает. Или, возможно, это за FPS так. Потому что я играю без ограничителя сейчас. На самом деле ошибка. Оу, щит! Только не это. 0.25 x speed. Замедление. Блин, райдер. Эффектно. Run to sweet. I'm a game of the party for late home. Райдер! Увидимся, чувак. Давай, до свидули. Еее, автосейв комплит, гайз. Уху, slow motion. Оу, спасибо за Кэдди. Блин, это здоровски, просто я счастлив. Просто я сейчас сижу, офигеваю, мне здорово. Это офигенский, ребята, мод, который так, блин, разнообразит эту игру со своими эффектами, просто жесть. Стоп, граффити на территории. Окей, граффити на территории. Еще вот пройдем пару миссий, ребята, и... И все. И просто анонсируем этот видеоролик наконец-таки, потому что он, блин, того стоит. Спавн, понял. Спортивную машину заспавнили мне. Так, и скоро... Давай, GameSpeed, камон, выключайся. Я пока сейчас выйду отсюда. Тысячу лет пройдет. Ну то, что он тачки спавнит, это, конечно, спасибо большое. Блин, и вы понимаете просто на протяжении всей игры, сколько этих эффектов может произойти? Этих рандомных чит-кодов, этих рандомных эффектов. Блин, так здорово. Пройти бы игру вот так вот. Летающие лодки. Ладно. Это мне не мешает. Сейчас GameSpeed пройдет наконец-таки. Е-е, наконец-то. Вау. Чувствую сразу себя живым каким-то. Летающие лодки. Нормально. Сейчас будут лодки, наверное, летать, да? Но нет. Просто если ты на лодке окажешься, то она начнет у вас летать. Слава богу, что я не на лодке сейчас. И погнали. Просто вот так вот закрасим. Раз, два, три, четыре. Сейчас появится новый эффект. Хост райдер. Призрак райдера. Не знаю, что это на самом деле чит дает. Честно. Хост райдер. Что это? Призрак райдера. О-оу! Ноу! Ноу! Я понял, что такое Ghost Rider. Это я сажусь в машины. И они все загораются. Спасибо, призрак райдера. Блин! Найс! Это отличный эффект. Это, блин, я, кстати, думал, что если я... Так, погодите, велики-то не... А, спавнер мэра, спасибо. Так, велики-то не загораются, правильно понимаю? Это лайфхак такой? Да, смотрите. Давай! Так, он не хочет быстро почему-то ехать. Наверное, потому что драйвинг скилл 0. Не может ускоряться. Хост райдер. Блин, жесткая на самом деле тема. Вот так вот миссию выполняешь, бац. Хост райдер. И тачку он у тебя поджигает нафиг. Как твой пуканище, когда ты проходишь игру именно с этим модом. Так, что дальше? Так, а, опять то же самое. Что-то с ММ-9, а что такое? Да, ребят, произошел вылет. Такое, блин, бывает. Но на самом деле у нас есть автосейв. Да, видите, автосейв есть у нас, и нам они не страшны. После каждой миссии автосохраняется, да, такое бывает. Граффити на территории, окей. В принципе, ничего не изменилось. Окей, продолжим. Скрипт залагал. Окей, но это не страшно, потому что у нас сейчас появится новый эффект. Видите, ребята, здесь тоже небольшие вылеты происходят, разумеется, потому что черт пойми, что происходит с игрой. Но благо автор этой модификации постарался и... Понял то, что нужно делать автосейвы после каждой миссии. И смотрите, если вы хотите загрузить игру, рели, типа нет, не нажимается кнопка. И тут каждый раз почему-то, да, что-то новое. Видите, ее сейчас вообще нету. Так, а сейчас, типа, ноуп. Я не могу загрузить игру. No loading, only play. Типа, не загружай, а играй. Как переводится. Ну, блин, просто суперский мод, ребята. Даже из-за того, что он, типа, вылетает. Вот сейчас вот у меня вылет произошел спустя 10 минут. Автосейвы реально спасают ситуацию. Thank you very much за это. Так, какой-то... Рудикейт трафик. Что-то с трафиком сейчас будет происходить. Пока не ощущаю, честно говоря. Так, Зира,
Suspension damage. Ой-ой. Что-то тачка начала прыгать. Дико. Нулевое... А, дюпинг опять, допинг. Ё-моё. Найс! Чё, блин, пацаны? Что это с машиной, ещё непонятно. Окей. 4 из 100. Так. Блин, дофига сейчас пушек-то. И разумеется, ну, пушки все остается. То, что у вас были какие эффекты до этого, они все остаются. Of course, еще бы они убирались. Е-е-е, патроны, ой. ХП, армор и 250 тысяч. Ну, типа, хесаям сработал. Найс. Мне нравится. Здорово. Let's get it. Найс. Джампинг. Здорово, пацаны. Все, почти прошел. Шок. Кал-ки-кей! Быстрее садимся, пока новый эффект не добавился какой-нибудь негативный. Пожалуйста. Только не Ghost Rider, я вас умоляю. О, мега джамп. Да, я вижу, как она мега джампит уже. Мега джамп, это, скорее всего, Карл Джонсон теперь умеет высоко прыгать. Удивительно, да? Удивительно, я рядом, пацаны. Окей. Мне интересно, давай быстрее. А, мега джамп еще долго будет. Сейчас мы протестируем этот мега джамп. Сейчас до луны, блин, долетит какой-нибудь. Я вообще не знаю, что от этого мода можно ожидать. И никто не знает во время игры, что от этого мода можно ожидать. Ну это дико здорово, дико круто, пацаны. Так, все тачки имеют нитро. Хороший, кстати, мод. Точнее, ну, функция включилась. Все машины имеют нитро. Автосейв комплетит, разумеется. Погнали, пацаны, смотрите, оп. У нас есть теперь нитро на всех машинах. Супер. А я хочу попробовать мега-джамп, пока он не прошел. Сейчас мы как раз вот будем пешком драпать, я хочу мега-джампить. Воу, да, есть же. О, солнечная погода, е-е-е. Это здорово. Это облегчает всю жизнь вообще мою. Окей. Сразу все так зажигают эти нитросы. О, камера дикая. Погнали. Райдер, книга. Let's get it. Дико крутой мод, ребята. Я обязательно пройду с этим модом GTA San Andreas. Что бы кто ни говорил, это здорово, реально. Я такой счастливый сейчас просто, потому что, ну, как-то вот в мою любимую игру ввели что-то крутое, реально, удивительное. No driving skill, опять. No driving skill, ладно, не страшно. Типа, Sanimator, Weather и no driving skill. Это такое. Не очень-то страшно. Есть еще, кстати, функция, как я знаю, то есть она автоматически выполнит вам миссию вот эту вот, которая у вас есть. То есть есть вот очень много. Сейчас у вас на экранах полный лист всего, что тут есть. О, боже. Это дождливая погода, пацаны. Ну, не страшно. Мне нравится. Дождливая погода, это мое все. Late home. Окей. Так, ну и забегаловка. Погнали, последняя миссия, ребята, пройдем. И я хочу оставить все это на потом для своего же прохождения. Disable Rad Blues. А, окей, мы не отображаемся на радаре, пацаны. Как видим, ничего нету на радаре. Что делать? Что делать, как быть, куда жить? Фантастик. Погнали. Ну, ничего страшного. Мы эту игру знаем как себе 5 пальцев, поэтому... А, вообще ничего не отображается на радаре, прошу заметить. Ни врагов, ничего. Окей, это было быстро, на самом деле. О май гад, это очень плохо. Прохожие атакуют вас. Ноу! Что вы делаете, придурки? Ноу! Ноу, 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 ноу. Мои братишки там остались, кто-то с гранатомета пуляет, идиоты! О-оу, 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 о-оу. Ноу, ноу, ноу. Блин, прохожие атакуют вас, это жестко. Out of fuel. Бензин закончился, пацаны! Бензина нет в машине. В этой машине нет бензина. Надо срочно выходить куда-нибудь. Но нет, нет, мне нужна именно эта машина. Это просто здорово. Это просто круто, пацаны. Это дичь. Чё, войну, блин, устроим? Да. А, телепорт на хом, окей. Я вас всех сейчас убью.
Вы что, блин, самые умные думаете, что ли? Ну, блин, нет бензина. Надо срочно что-то сделать, пацаны. Да, блин, нет, не хочу, чтобы взорвали. Fuck you. Отвалите все нафиг от меня. Я хочу, чтобы этот эффект просто прошел. И скоро пец закончит меня атаковывать. Where is everybody? А, что? Понял. Все пешеходы стали невидимы, и в том числе... Кайф, Кобайк! Кобайк, окей. Ноу! Просто 5 баллов, ребята, этой модификации. Охренеть, не встать, ссылочки, разумеется, все будут в описании. Я надеюсь, ребята, на ваш лайк, потому что это, черт возьми, того стоит. Это того стоит просто. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был Хик. Офигенский, блин, мод, наконец-то хоть что-то годненькое вышло спустя столько времени. Я безумно счастлив этому всему. С вами был Хик, давайте увидимся в следующем с вами видеоролике. Ссылочки есть в описании, также напоминаю. Всем хорошего настроения и пока. А я буду развлекаться дальше.